Всем привет, друзья! Большая посылка. Ух ты, красиво. Собственно, заказал себе на осень кроссы. Как чуть-чуть похолодает. Вот такие вот. Заказывал, кстати, по распродажам, там где с обменом на монетки. Мне оно вышло в 5 баксов и 1300 монет, по-моему. Подошва идет у нас резиновая, не пенка. Подошва тяжелая, но очень эластичная. Собственно, конечно, про подошву тяжелую я узнал уже на почте. Думал, если честно, что пенка. У продавца нигде просто не написано. Пенка, не пенка. Шнурочки в комплекте. Здесь оно все тянется так хорошо. У меня 44 европейский размер. Здесь у китайца это 46. Вроде все проклеено хорошо. Вроде все проклеено качественно. Вот это вот, естественно, это пупырка от отливки. Это можно, конечно, убрать. Это, конечно, недочет китайцев, но это все дело вот так вот легко убирается. В общем, шикарные кроссы, как по мне, выглядят очень хорошо. На этой оптимистичной ноте оставлю ссылочку в описании. Подписываемся на канал. Я тут показываю, что я покупаю. В основном покупаю редко, конечно. Есть товары от спонсоров, но там я указываю, что это товар от спонсора. Поэтому, а так покупаю себе или знакомым, это конкретно себе. В общем, вот такое вот видео. Всем пока!